В Усть-Каменогорске началось масштабное озеленение улиц, проспектов и скверов. В этом году в областном центре Восточного Казахстана засадят цветами 40 тысяч квадратных метров газонов. У местных растениеводческих хозяйств закупили около 2 миллионов корней петуний, бегоний и бархатцев. Озеленители обещают завершить все работы до 25 мая. В основном все цветы местные, из городского питомника. Все они морозостойкие. Только 10-15% растений мы привезли из южных регионов страны, потому что свои растениеводческие предприятия пока не могут полностью обеспечивать потребности Усть-Каменогорска.